По меньшей мере 3 человека стали жертвами лавины в долине Сеналис в итальянских Альпах. Женщины и 2 7-летние девочки. Еще 2 лыжников получили травмы. Мужчина и его 11-летний сын. Все погибшие и пострадавшие граждане Германии входили в одну туристическую группу. Лавина сошла с ледника на склоне горы Тойфельсек. В спасательной операции участвовали более 70 человек. Экипажи нескольких поисковых вертолетов, в том числе из соседней Австрии, удостоверились, что пропавших без вести не осталось. В Альпах сейчас сохраняется довольно высокая опасность схода лавин. В Бальцану, попавшего в снежную массу лыжника, спасли товарищи. В четверг на самой высокой горе итальянских Альп, Гран-Сассо, обнаружили тела 3 альпинистов, погибших на этой неделе.